что мне не нравится этот аквариум. Побежали отсюда. Да, Милан, какой-то это ужасный аквариум. Мне он тоже не нравится. Я тебе говорил, не стоит нам было заходить в этот океанариум. Какой-то аквариум даже, или что это? Пап, ну я просто хотела посмотреть красивых рыбок. Посмотрела, там не рыбки, а какая-то жуть живет. Что это ползает, там какие-то водяные черви. Это что? Ой-ой, приятель. У тебя изо рта M&M's? Хватит разговаривать, беги с этого аквариума. Тут жуткие рыбы и огромный осьминог. Он все здесь разрушил. Ой, приятель, а куда бежать-то? Вот сюда, наверное, да? Сматываемся побыстрее отсюда. Прыгай по этим штукам. Осторожно, там дальше будет осьминог. Он очень злой. А, друзья, вы когда-нибудь видели осьминога вживую? Напишите в комментариях. Я видела. Я даже ел один раз его. Ну, он такой, на любителя, ну, вкусненький, наверное. Что ты говоришь, ты меня ел? Ха-ха! Да я тебя сейчас съем! Ну, я не тебя конкретно ел, а какого-то, наверное, другого осьминога. Он был красного. Да, в общем, до свидания! Так, о, вот. Немо. Медуза, Немо, акула. Акула. Боже ты, сколько тут медуза. Всякое водится, непонятно. Медуза, медуза, мы друзья. Милана запела. А это что за черные какие-то штучки? А, это чернилы. Это же щупальцы осьминога, вот они торчат. Да, это чернила. А что он в чернила плавает? Не знаю. Кстати, вы заметили? Я сегодня в образе Пикачу, и я могу делать так. Пикачу! Я тоже так могу. Нет, он только делает так, когда я говорю Пикачу. И то надо правильно сказать. Пикачу! Ладно, выдали вы мою тайну. Вот у меня тут такие штучки есть. Штучки-прибаучки. Так, вот так, смотри. Смотри. Пикачу! Ну, отдай мне назад мою шляпу. А, мы сегодня сбегаем с аквариума. Чернила, да, мы зашли опять в аквариум, опять и здесь чернила. Творится что-то не очень. Это опять чернила. Тут двери нету, заходи в тот люк, вот. А, спасибо, да. В Роблоксе вообще все время где-то ты... Так, вот, так, давай... тут написано «Беги туда». Нет, не слушай, не слушай. Я думаю, там что-то не будет правильно. Пойдем ну туда. Давай побежим, нам же подсказка подсказывает. Что значит «не слушай»? Бегу туда и... Ау! Я же говорила! Нельзя туда бежать! Я же говорила, они всегда обманывают. Это был обман, реально. Все, что на стене написано, этому нельзя верить! Хорошо, бежим тогда сюда. А что здесь у нас? Ага, тут точно выход. Снова этот приятель. Идем сюда. Здесь все затопило, поэтому тебе придется плыть дальше по низу. Дальше я не знаю, как там пробираться. Давай сам уж как-нибудь. Ну да, спасибо тебе за подсказку. Ну ладно, ныряем. Так, а мы сделаем... По трубам надо идти? Давай попробуем. Нет, я не могу. Нет, он говорит, ныряй туда. Ну ладно. Посмотри, сколько здесь воды. Ой. Вау. Ух ты! Ой. О, это кто? Это аквалангист. Аквалангист? Он рыбок кормит? Да не надо. Какой-то странный приятель. Вон, пап, стрелка. Нажми на кнопку. Хорошо. Нажал. А, вон, открылось. Смотри, плывем сюда. Так, куда это мы плывем дальше, друзья мои? Что происходит? Господи, какой-то аквалангист так, странный. Куда вот он сюда, побежал? Вот сюда. Нет, нет, не посередине. Он вот сделал... Ау! Нет, я сковырил туда. Я же говорила. Откуда ты знаешь все? Туда. Давай за аквалангистом следим. Он посерединке сейчас побежит. Он как-то странно бежит. А тут щупальцы по-прежнему этого гигантского осьминога. А вот он какой здоровый. Фиолетовый, а это был осьминог. Ты представляешь, с другой комнаты аж на щупальцы у него торчат. Они там где-то под землей у него прорвались эти... Он еще в образе пирата. Но у меня есть суперудар! Пикачу! Да, это не помогает. Парень, тебе придется к нему прорваться в ротик. Посмотри, что он съел. Давай, проделай путь. Дальше будет безопасно. А что, другого пути нету, что ли? Я не хочу к нему в ротик. К сожалению, нет. Давай, удачи. Да сколько ж можно-то, а? Милан, что делаем? Он прыгает туда. Я думаю, туда надо. Ау! Ой-ой, посмотрите, что это, где ну, это хотя бы оказался. У него нечистые зубы. Что-то у него так много зубов, у осьминога прям.
Ну ладно, погнали. Так у нас тоже есть горло, это его горло. У нас тоже есть вот эта горка. Это его горло? А кто-нибудь кушал осьминога когда-нибудь, друзья? Ну, может быть, вы где-то и пробовали, я не знаю, в вашем городе, в ресторане, еще где-то. Как вам, понравился он? Офигели. А я прыгаю на ракушках, да, на каких-то таких? Красивых. Это, красивых. Наверное, живые ракушки. Ой, у него тут даже есть гигантские эти, как... Они еще живые? Медузы. А как они летают? Они не летают, они так в воде плавают. А потом, когда человек купается, купается, и она так подплывает, подплывает. О-о-о! Как будто током бьет. Вас кусала медуза когда-нибудь? Только напишите кусала, в комментариях. Меня У нас кусала медузу Милану чуть-чуть. Ну так, маленькая медуза. И, по-моему, кусала маму медузу. Ладно, а мы залазим по костяшкам. И кусала маму медузу. Мама медуза себя мама кусала. Наша прыгнула в море и укусила медузу. Вот начала плавать, увидела медузу и кусанула ее. Наша мама, да? Да, мама медуза кусает. Ну да. Так, а мы прорвались. Ну да, все понятно. Эти телечки. Фух. Мы этого не задели. Я не хотела это делать. Так, идем дальше. Мы просто сзади него оказались. Так. А, вот мы через него прошли, да? Странный осьминожек, не правда ли? Идем сюда. А куда нам? На желтый? Нет. А теперь на красный, да. А здравствуй, аквалангист! Ой, это ладно, какой-то спортсмен. Это хоккеист. Или бейсболист. Кто это вообще? Это хоккеист. Здравствуй, приятель! Что ты тут делаешь? Господи, спортом занимаешься, что ли? Почему ты не квадратный, как я? Самое интересное узнать, что же будет в конце. В конце будет какой-то сюрприз. Вау, мы вышли с этого аквариума. С этого жуткого океанариума. И, по-моему, мы сбежали с него так быстро. А еще такие домики маленькие. Как в этом домике жить? Так, какая-то зеленая травка. Нам нужно через нее перепрыгнуть. Перепрыгиваем. И мы оказались где? Да вот, где нам дали медальку. Мы выиграли, мы прошли. И вот наш дом. И вот мои двери. Я не могу к нему подойти никак. Боже ты мой. Возьмем-ка сейчас штучку-прибаучку. Полетели. Да что? Невидимая крыша. Что такое? Чтобы дождь не капал. Ну да, это, наверное, стеклянная крыша у них, да, там такая. Смотри, я могу вот упасть куда-нибудь, знаешь, там вот так вот. Ух! Вот там какой-то бассейн. Сейчас. Нет. Ух! Вау, а что это за реально бассейн? А ну-ка, прыгай. Ой. Классно, мы купаемся. Друзья, мы нашли бассейн. Поплыли. Камон. Какие-то тут потайные ходы. Странная водичка не утекает. Ой. Ой, из бассейна! Выпали из бассейна. Что такое? Почему вода не протекает, а мы выпали? Как такое возможно? Друзья, ну что, мы сбежали с этого жуткого океанариума, аквариума. И, в общем-то, оказались дома. Все у нас хорошо. А вы сегодня были на канале Funny Family Games TV, друзья. Подписывайтесь на наш каналчик, ставьте лайк, пишите в комментариях, какую нам еще в игру поиграть. А еще заходите куда? Правильно, в наш Инстаграм. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем удачи! Всем пока-пока!